Лучше не копить долги за газ и воспользоваться дистанционными сервисами для их своевременной оплаты. В клиентских центрах «Газпром Межрегионгаз Ульяновск» и «Газпром Газораспределение Ульяновск» создано все для удобства абонентов. Основной, скажем так, наш сервис на сегодняшний момент – это личный кабинет «Мой газ», с помощью которого можно своевременно передавать показания приборов учета, можно производить оплату, можно также видеть все свои начисления, расход свой газа. То есть все для удобства абонентов. Обеспечить своему газовому оборудованию квалифицированный подход теперь стало проще. Можно, не выходя из дома, зарегистрировать свой личный кабинет на сайте «Газпром Газораспределение Ульяновск», подать заявку и заключить договор. Для безопасности жителей и предупреждения чрезвычайных ситуаций специалисты «Газпром Газораспределение Ульяновск» совместно с представителями полиции, администрации, госжилинспекции провели рейд в Засвияжском районе Ульяновска. Данный очередной рейд направлен на профилактику правонарушений и преступлений, которые совершаются при использовании газа в быту. Особое внимание сосредоточено на техническом обслуживании газового оборудования. Ежегодно обеспечить допуск специалистов для проведения подобных работ – это обязанность каждого абонента, пользующегося газом. О проверках предупреждают заранее, обязательно объявление на подъездах домов. Собственники, с кем заключен договор специализированной организации на обслуживание газового оборудования, обязаны соблюдать инструкции по безопасному использованию газа в быту, информировать обо всех неисправностях, нештатных ситуациях, утечках газа специализированной организации по телефону 104 либо 112, обеспечивать доступ специализированной организации для проведения технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. А жильцов, игнорирующих обслуживание, газовики берут под особый контроль. Вся информация об отказниках поступает в контролирующие организации, включая жилищную инспекцию. 1500 ульяновцев, получив такие предупреждения, незамедлительно провели техобслуживание своих газовых приборов. Для собственников мне хотелось бы напомнить, что не заключение договоров на обслуживание внутриквартирного оборудования и не допуск сотрудников специализированных организаций для проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является административным правонарушением, предусмотренным статьей 9.23 Кодекса об административных правонарушениях. В ходе рейда неплательщикам за долги отключили плиты. Основная причина ограничения газоснабжения – это неплатежи. Неплательщикам придется возмещать не только сумму долга, но также все траты на повторное подключение и прочие сопутствующие издержки. Основные причины отключения – это, естественно, неплатежи, хотя отключение – это крайняя мера. Абоненты должны понимать, что отключение влечет за собой не только отсутствие природного газа дома, но также и повторная оплата работ по подключению, отключению, соответственно, подключению при погашении задолженности. Опять же, это лишние траты, поэтому доводить до этого не стоит. Потребители голубого топлива должны соблюдать общие для всех правила, содержать в исправном состоянии свои бытовые газовые приборы и вовремя платить за газ. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.